Серия Пинки-Рембу стали маленькими. Ну почему? Когда мы уже будем идти наконец-то в школу, пошел дождь. Эти пегасы меня, если честно, достают. Пойду к моей подруге и скажу это, что нужно одеть боты и, конечно же, шляпу, чтобы не обмочиться, все такое. Если они опять изменят погоду, то я их уничтожу. Точно. Если они еще раз испортят погоду. Подруга, они изменили. Дождь идет. А, как прикольно, да? Эй! Прости, а давай ты отважишься, ну, скажем так, пойти туда. Что, ты с ума сошла? Ты не помнишь, как, что случилось, когда? Да, я помню, но ты же сильный пегас. Я сильный пегас. Ну, давай потом. Давай. Чу. Уходим в школу. Ну, хорошо. Цилиндра. Милиндра. Цилиндра, мириндра, милиндра. Эй, подруга, Что? дождь. Ну, может, хватит пегасы? Ой, неважно, неважно. Ой, ладно, ладно. Сейчас одену. Вот мои вещи. Почему именно ты должна в черном? А, да, ты любишь светлый свет. Ты любишь голубой, который светлый. А я люблю зеленый, который темный. Поэтому. Ну что ж, давай. Так. Так, не забуду шляпу. Другого немного цвета. Другого немного цвета, только темного. Вот. Давай. Когда они пошли в школу? Вот это наша школа. Радуйся, это наша школа. Ура! Ура! Наконец-то! Тут пегасы! Тут земные пони! Да тьфу! Они нам не дают покоя. Ну... Фу, тут еще земные пони. Глупые. Эй, ты, тут земные пони.